Славься Отечество! Всероссийский онлайн-марафон, приуроченный к празднованию Дня народного единства, организует ВГТРК. За 16 часов в эфире зритель сможет побывать в каждом уголке нашей страны, открыть для себя немало исторических фактов, окунуться в историю и быт народов современной России. Государственная телерадиокомпания «Югория» присоединится к масштабному проекту. Некоторые интересные факты предстоящего события узнала Александра Амелина. Передать югорский колорит песней получилось у Веры Кондратьевой, автора и исполнителя на хантыйском и русском языках. В этом ей помог вокальный ансамбль «Славяне». Специально для марафона музыканты исполнили известную композицию, а телекомпания «Югория» сняла клип. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя Россию, иди. Зритель перенесется на 4 столетия назад, преодолеет тысячи километров, пройдет через 11 часовых поясов, познакомится с нравами и обычаями народов, живущих в России. История великой страны оживет на ваших глазах. Марафон продлится 16 часов 12 минут. Эта цифра не случайна, ведь общенациональный государственный праздник День народного единства был установлен в память о событиях 1612 года. Праздничный марафон «Славься, Отечество» охватит все 8 федеральных округов и 85 российских регионов. Историческое телевизионное путешествие начнется в 8 утра по московскому времени 4 ноября. Внимание! В эфире! 4 ноября. Прямую трансляцию зрители увидят на российской мультимедийной онлайн-платформе «Смотрим.ру», в сайтах и электронных платформах филиалов ВГТРК, а также в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК. Александра Амелина, Сергей Бояшко, «Вести Югория», Ханты-Мансийск.